Что же, привет, народ, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed. Да, снова мы будем разбираться, ребят, с бандами Нью-Йорка. Прям уже вечная проблема стала. И, о, вау, мы спрыгнули в сену, вау, это прогресс. Это, черт возьми, прогресс. Ну ладно, вот теперь наша задача взять задание и, собственно говоря, следовать ему. Вот наш великий грандмастер. Хотелось бы мне узнать, как этот Кенуи стал грандмастером. Things are worse than we feared. The assassins found a way to make the precursor box work. They're already preparing an expedition. Then we must stop them. Hope controls hundreds of men. And the authorities are doing sod all. What if we were to impersonate her men? We could commit a crime so big. They couldn't ignore those damn brigands anymore. That sounds like an excellent plan, Jack. Make it so. I will find out where the assassins are hiding. Is it just me, or did the boss tell us to make trouble? Enjoy it while you can, Shay. Get him, Shay. We'll need their clothes. I think we're being followed. You're right. Let's move. Скажи, две цели сразу уничтожу. Hurry, you fool! Or we're both dead men. Shit! Yeah, беги. А что, было... Я не знаю, я думал, как я двоих завалю. Повезло, пересеклись. Don't we make a disgraceful pair of crooks? No. I make this look good. So what's the target? The military pit. We'll have to hurry. Our regiment is already on its way to the fort where the coins are kept. Great. And I suppose you have a plan. The fort holds many prisoners. Get in and hoist the gang's colors. When you do, I'll free them. You're going to free a bunch of criminals working with the assassins. Well, we have to turn the army against them, don't we? Remember, you raise the flag, and I'll raise hell. Хорошо, поднимаем флаг. Украсть сокровище, срезать британский флаг. Финанские подкрепления прибудут через вот столько-то времени. Да, я знаю, что они скоро уже придут. Мне кажется, он сейчас бомбанет, он взорвет что-то, он установит взрывчатку, и мы все взлетим на воздух. А, не-не-не. Он атаку сделал. Так, взламываем, взламываем, взламываем. Так,
Зачем мне боеприпасы? Мне сейчас особо не нужны. Еще один сарай и все. Нет, еще два сарая. И последний сарай не помешало бы где-нибудь вскрыть. Неплохую провокацию мы устроили, а? А это как дополнение. Так, надо посмотреть, куда может, куда проще сбежать. Я вообще проще был в другую сторону, ну ладно. Вот и все. What on earth happened here? The prisoners got loose. They had help from outside. There were just too many of them. Well then, we're going to have to fix that, aren't we? It's about time we took those criminals down. It worked, Jack. With a little luck, the army will crush those damn brigands. I make my own luck. Что же, задание номер два. Как всегда, мимо того места, куда я хочу попасть. А прям такая массовая проблема этого ассасина. Постоянно я пролетаю мимо тех мест, за которые я хотел бы уцепиться и пройти через них. Я вижу, там часто просто сейчас стримы. Да, и спрашивали, а на русском нельзя было купить игру? Ну, в Европе, я говорю, это уже это целая проблема. Вот так бывает, игры для PS3 или Xbox 360, ты их на русском в Европе не достанешь. Поэтому, да, это проблема. Да, я люблю путешествовать по крышам, но дворы бывают этому мешают. Еще какая-то проблема, вот у Unity и у Rogue одна и та же, что ассасин как-то зависает на вот этих уступах частенько, что как бы раньше мне казалось, все как быстрее они забирались и все такое, а сейчас они постоянно зависают на уступах и... Приходится долбить кнопку X, чтобы они наконец-то забрались. И не всегда даже это. Я, в принципе, там нужно просто наклонить стик вперед и все. Нужно голубей. Голубей нужно, оказывается, отлавливать. Блин, интересная задача.
В общем, тамплиеры занимались, ловили голубей. Обожаю такие окна, знаете, и двери. Окна и двери такие вот наружу. Я ходил очень давно, ну, года 2-3-4 даже назад. В тренажерный зал, где дверь была, кстати, почти под потолком была одна дверь. И хрен знает, там было сказано, что это комната управляющая. Мне было интересно, кто. Как он там управляет на такой-то высоте. И все успокоилось. Where is your boss? I'll never tell. She'll kill me. If you don't tell, he'll kill you. She's in that big mansion, the one with the gardens. Shall we go? You didn't mention you had a hidden blade. You thought you were the only one? Well, yes, I suppose. Where did you get that? It was donated by the Brotherhood. I see. Do you think this is some sort of game? Our mission was a success. The army should make its move any time now. Good. We lack the resources in New York to handle these criminals ourselves. With a little luck, we might be rid of them once and for all. I make my own luck. Now let us cut off the snake's head. Freedom! Freedom! Sir, I can confirm. The woman is inside. Perfect. Time to smoke her out. I'll go in and get Hope myself. Fire! Fire! He's in my sights! Fire! They shot me! They're shooting me. Back! Who is it? Fire! Take cover! Death to the lobster! He's in my sights! Черт, походи! Сейчас будет хорошее. Используем дерево, лезем через дом. Да, я тоже умею вот так делать. Наверняка нет, тут никого нет. Все, добрались. Причем такой очень грамотный обход сделали. We have everything we need. Now, Chevalier will be expecting me. Hope. Bon voyage. About time you showed up. Sorry it had to come to this, Shay. Это яд или противоядие?
Тут и правда стрёмно. Осторожно. You have more endurance than I expected, Shay. Черт возьми, теперь меня травят. Я реально, она пуляет меня. Poison. Slows my heart. I have to move. That's it. Moving keeps my heart beating. Hold there, you. Stop. I need to find hope. Get the antidote. Let's go. I can shoot him. Кстати, тоже довольно красивая локация. There is no way he will. I have him in my sight. А, и как всегда, ты выбираешься, и тебя пыряют скрытым клинком. Живот, все плохо. You! Stop time!